Я не призываю вас нырять на 500 метров, но присмотреться к модели Scubatec от Карлов Бушерер стоит. Часы – это одна из тех игрушек, которыми время от времени балуют себя мужчины. Не всегда осмысленная, но всегда волнующая. В часах Scubatec от Карлов Бушерер волнуют сразу две вещи – внешний вид и цифра водонепроницаемости – 500 метров. Часов с такой водонепроницаемостью на рынке немного. Да что там часов, не каждая подводная лодка рассчитана на такую глубину. Формально Scubatec не несут профессиональной дайверской маркировки, но уровень оснащения внушителен. Корпус имеет весьма серьезный размер в почти 45 мм. Сверху закрыт сапфировым стеклом с двойным антибликом, снизу стальной крышкой. Изображение ската на ней не случайно. Компания Карлов Бушерер сотрудничает с фондом Manta Trust, который занимается защитой манта, самых крупных в мире скатов. Головка, разумеется, завинчивающаяся. Она прикрыта выступами корпуса и имеет цветную вставку. На левой стороне расположен гелиевый клапан. Каучуковый ремешок снабжен раскладывающейся застежкой с удлинителем. Часы можно одевать поверх гидрокостюма. Причем в каждую сторону застежка удлиняется по-разному. Каучуковый браслет имеет цветные вставки, стилизованные под тело манта. В ранте тоже есть цветная вставка, причем это не краска, а керамика. Несколько двоякое впечатление в этой модели оставляет механизм. В отличие от линии Манера, здесь он не мануфактурный. Калибр CFB-1950 – это доработанная селита. Запас хода остался небольшим – 38 часов, зато точность доведена до хронометровой. Как и положено подводным часам, рант здесь вращается в одном направлении – с приятным усилием и легким пощелкиванием. Обратное вращение блокировано трещоткой. Кстати, рант, как и корпус, могут быть выполнены из стали или из золота. Доступны как варианты на каучуковых, так и на металлических браслетах. В общем, модели Scubatec дают достаточно возможностей для выбора. И достаточно поводов для того, чтобы рассказать о своей игрушке друзьям. Тем из них, кто занимается дайвингом, и тем, кто подводный мир видит исключительно на экране телевизора. Подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть еще больше интересного из мира красивых вещей и сложных механизмов. До новых встреч!